Ё-моё, ой, здравствуйте, люди, здравствуйте, не люди, с вами снова я, с вами опять, не первый, не первый, но и не последний московский, а видеоблогер, видеоблогер, короче, говорю, сегодня уже, вы не поверите, 15 июля 23 год, и я сейчас буду жрать, дегустировать мукбанг. А знаете, значит что? Вот на такие вот блинчики морозка. Но в этот раз не с мясом, как говорится, молодых бычков я буду дегустировать, которые только разогреть. И вот в таких вот, видите, картонных дорогих вот упаковочках. Нет, не эти я сегодня буду дегустировать. Да, эти блинчики тоже обжаренные с двух сторон. Блинчики морозка по-домашнему, золотистые, румяные. Приятного аппетита, только разогреть. Но сегодня я буду от этой фирмы дегустировать, только уже не в таких упаковочках, а вот в таких вот, мальчики, девочки, тетюшки, дядюшки, девушки, парни, пареньки, а вот в таких вот буду упаковках. Вот из таких вот упаковках. Такие упаковки даже еще лучше. Во-первых, нести легче и проще. Во-вторых, в холодильнике мало занимают места. Вот такие вот, видите? Вот. Хотя и тут тоже коробку можно это порвать, выкинуть, а ложите в морозилку уже вот в таких вот упаковочках. Вот, короче, вот эти я буду дегустировать сегодня. Вот, ну, короче, всем привет, московский обжора. Вот, на связи, рад вас всех приветствовать. Погода уже налаживается, мальчики, налаживается погода. Завтра воскресенье, говорят, будет погода. Вот такая вот обалденная. Я сегодня в Ашане, короче, купил 10 пачек вот таких вот разных блинчиков морозка по 210 граммов. В пачке 3 штуки, обычно 6 штук, а вот таких вот по 3 штуки. Были дорогие, по 60 с чем-то рублей за пачку за 3 штуки. И по 89, по 90, это вот которые ветчина и сыр. Ну, короче, я сегодня разные взял. Знаете, какие я взял сегодня? Блины с мясом, курицы, вот с мясом курицы, морозка, вот две пачки. Ветчина и сыр, 4 пачки я взял, вот, как говорится, с творогом. И блинчики, морозка, лимон, корица и яблоко. Но эти я буду все дегустировать уже позже. И сегодня не все были по одной цене, по скидке, по акции, по 44,90. Ну вот я сегодня буду, а именно сейчас, дегустировать морозко блинчики с творогом. Вот такие вот с творогом. Имеют они много всяких бронзовых, всяких золотых медалей. Вот. Ну вот такие вот. Не знаю, нравится мне эта фирма, особенно с мясом. У них прям одно там мясо, прям вот бычки, вот это просто обалденные. Это не реклама, это просто мой правильный выбор. Я никогда ничего не рекламирую, просто говорю, как есть. Вот, очень все по-честному. Так, девочки, мальчики, я сделал авторский мотор. И вот с таким я буду в перекуску чаем престижным употреблять, который стоит 400 рублей, а я брал за 200. Это азерчай, да. Черный чай с ароматом бергамота. Вот такой вот, очень хороший. Это, кто не знает, что такое бергамот, это типа Эл Грей. Это, короче, дикая груша. Вот. Чаеводство в Азербайджане, да, саженцы чая впервые были завезены в Азербайджан и посажены в Ленкоране в 1896 году. Вот, землевладельцем М.О. Новоселовым, вот. А первый чайный завод был построен в Ленкоране в 1937 году. Вот, после этого в азербайджанских городах Ленкорань, Астара, из-за Катавы был дан старт массовому производству чая. А в 70-80-е годы
20 века чай выращивался на 36 тысячах гектаров земли. И в год производилось более 34 тысячи тонн чая. Вы представляете, мальчики, потребности чая в СССР, в Союзе Советских Социалистических Республиках на 8-10% покрывались за счет азербайджанского чая. Вот такой чай, престижный чай, очень ароматный, очень культурно сделанный. И чем мне вот эти пакетики нравятся у Азерчая, они, как вам сказать, мальчики, они без этих, без шпилек, без железочек. Вот видите, вот такой пакетик, да, пакетик, вот видите, вот такой яровичок, и он просто завязан шнурочком. Видите, просто. Обычно вот эти железячки всякие, там скобочки. А тут, видите, все безопасно, все экологично чисто. И тут, видите, тоже железочки нету. Вот, имейте это в виду. Вот видите, железочки нет, просто завязано. Вот так вот. Поэтому хороший чай, это Леонид Аркадьевич все его рекламирует, Якубович. А Якубович говно рекламировать не будет. Он и машину еще в те годы рекламировал. Ишода, ИШ-21-26, на которой я много лет проездил, много тысяч километров. Особенно по сельской местности. Вот такая вот машина. Вот. Поэтому слава России, я люблю Россию, я за, как говорится, вот, за патриот, за свою страну. Вот, люблю Россию. Вот. Русских не победить. Вот, победа за нами. Поэтому вот такие блинчики я буду сегодня дегустировать. Вот такие вот. Такие вот блинчики с творогом. Вот. И таким чаем запивать буду. Вот. Ой, обалденно. Прямо это реально живая груша. Просто живая груша. А, обалденный чай. Бергамот просто вообще. Обалденная вещь. Ну, такие блинчики. Короче, ну давайте понюхаем. А, да, пахнет творогом. О, таким ванилином легким. О, так. Как всегда, тесто нежное, хрустящее, обалденное. Сладенько. Я уже вижу богатая начинка. Вот всегда морозка, у них всегда богатая начинка. Как я жалею, что мало денег сегодня было на карте. А то бы мог бы побольше понабрать блинчиков, целую эту сумку. Вкусно, да. С мясом я больше люблю, с молодыми бычками. Но эти тоже хорошие. Творога много. Видишь, сколько творога. Нежный, хрустящий, сочный. Обалденный, вкусный. Ждите дегустация, вот остальных блинчиков будет. Все перепробую. Ашан рулит. Сегодня, как нарочно, все было очень дешево, много скидок, бишкека, а денег у меня нифига нет. Лишних. Когда есть деньги, все очень дорого. Скидок нет. А вот когда, как вот нарочно. А вкусные. Творога много. Вот сколько, видите. Начинка богатая. Обалденная. Просто обалденно. Вот. Поэтому заказывайте обжорчики. Не стесняйтесь. Может, кого-то надо с днюхой поздравить. Чисто символически, кто сколько даст на еду. Я много не беру денег. Вот запишу видео. Может, напиток надо какой продегустировать. Еду, привет передать. Пишите. Вот. Помогите мне, ради Бога. Материально, финансово. Ой, обалденные блинчики. Морозка это вообще, мне кажется, самый лучший из всех, который только есть на нашем рынке, блинчики. Много очень начинки.
Видите, прям творог. Тесто обалденное. Хрустящее. Сахарное. Обалденное. Вкусно. Я с мясом больше люблю. Осталось лимон, яблоко, корицу попробовать, ветчину и сыр и с курочкой. Ну, много, начинка большая, богатая. Творога много. Вкусно. Умеют делать. Очень вкусно. Они дорогие, я просто по скидке взял. Очень свежие. 5 июля сделали. Если не верите, вот можете поглядеть. Очень свежая. Я всегда беру только все самое свежее. Видите, какие свежие? Обалденно. Просто одинокая волчица. Балдина. А что, творога? А ведь на что похоже? Так вот. Как бы не было вкусно, но вот с мясом я больше люблю. Может, потому что я мужчина? Все, всем пока. Вкусно, очень вкусно. Но с мясом для меня вкуснее. Для вас не знаю. Сами думайте, решайте, выбирайте. Всем пока. Блинчики обалденные. Обалденные.